Привет, минуту не прошло. Вот. Минутки не прошло. Очередной лопаточек. Забывай про ветку. Подрасклевался под вечер. Нашел на кашку. Погодка за полдень, и хочу посидеть до вечерочки на карасика, пробираюсь через такие вот дебри, акация цветет вовсю, запах стоит, сегодня карасик. Так, здесь все в какой-то шуге, тени, и выскочил я на полчасика с удочкой, без камер, начал клевать, посидел полчасика, смотрю поклевочка, бегом за камерами. И снимать для вас. Тут и заросли, но место практически в черте города. Вот они парочку лежат уже. Я немного прикормил. Полчасика подождал. И поклевочки начались. Попробуем продолжить. Погодка у нас, да, по ночам заморозки. Не ожидал вообще, что будет он клевать. Выехал просто попробовать. Еще немного сыпанем. Пшеница запаренная. Перемешка с магазинной прикормкой. С холодильника достал. Червей можно прям попучнее, побольше сажать. Я долго ждал, маленьких цеплял, мелких, ничего не было. Вот так вот нацепил, как на сазана практически. Смотрю, повел. Выложил, есть. Так, глубина 1,5 метра. Что-то там шевелит, что ли, бля, не успел забросить. Подошел на кашку, видимо. Не бросил. Шевельнул. Чуть-чуть отвел в сторону и кинул. Все равно не особо активный карась. Холодно, ветрено. Много объездил я мест. И здесь более укромненькое нашел. Пытается брать вон что-то. Оп, есть. О, хороший. Вот это был карась, все, зацепился. Ох, слава богу, отошла. Это кабы не сазан был, друзья. Это кабы был не сазан. Фу. Очень мощный сход, очень. Блин. Продолжаем. Пучочек крупнее надо цеплять. Это полчасика я ждал. Полчасика посидел, и поклевочка такая. Это да. Так, это дюжи толстый. Это там что-то не просек. Ну вон, кто-то пробует опять. Минута прошла. Кто-то шевельнул. Подошел на кашку, подошел. Но очень аккуратничает. Поклевки еле заметны.
выложил. Поздно. Съел. Вон он, вон он. Есть. Но небольшой. Минутка прошла, как забросил. Что там шевелит? Шевельнул, приподнял, опустил, бросил. Ты как положил? Вот это хороший, долго я его ждал. Долго ждал. И сошел. Эх ты, и зацепился. Опять сошел. Ну, крупный карась. Это был крупный. Выложил прям по классике. Как я не возьму его? А тем временем уже время 5 часов вечера. Холодает, ну, хоть и редкие поклевки, но такой крупняк. Хоть штук 5 бы поймать на жарёшку. Еще бы штук 5. Конечно, подсадчик бы не помешал, вот ветка мешает, я удочкой упираюсь, взять не смог. В следующий раз буду в бок уводить туда, на берег. Карась крупный. Вот это выложу. Эх ты, опять сошел. Никак не засеку, никак. Вот это он выложил опять. Иди сюда. И небольшой. Это небольшой. Ладошечный. Надо сюда приехать с утреца. Пораньше закормить. Поздно он подрасклювался, скоро уже будет темнеть. Ну, пока камера видит, посижу. Вот он, вымашка. Есть. Опа. Хороший, друзья. Возьму. Но бывали и крупнее. Которые сходили, бывали покрупнее, я так думаю. По ощущениям. Ну да, это не особо крупный. Вот он, вечерочка. Червяк обычный земляной. Шинель повел. Вот он. Друзья. Это не карась. Это черепашка. Черепах я еще не ловил. За хвост. Мимо, видать, проходила. Зацепилась.
прям как поклевка была. Вот он. Гуляй. Ох, как выложен. Это нормальный. Это хороший. Ох, какой. Тут хороший. В бок беру. Эх, за дерево зацепился. Сходили лапки. Более-менее уже. Карасик. Я прикормил кашкой, аж черепахи подошли на ужин. Кто-то пошевеливает. Так неуверенно берет. Но если вылаживает прям сразу, невзначай. Вот он, давай. Их ты, рановато. Рано дернул, но объел червя, объел. Надо было подождать. Клюет, минуту не прошло. Вот. Минутки не прошло. Очередной лопаточек. Забывай про ветку. Подрасклевался под вечер. Дошел на кашку. Хорошее местечко нашел я новенькое. Наверное, не старенькое, но я здесь давно не бывал. Красота. Летом здесь болото. А по весне неплохо сюда заходит вода вместе с карасем. Ну, уверен, здесь есть сазан. Что-то брало у меня до этого такое, что даже поднять не смог. Выскочил крючок. Вот он выложил. Опа! И сошел опять. Червяк на месте. Эх, вечереет, темнеет. Но поклевывает. Еще один на подходе. Шевелит. Давай, крайним возьмем. Уже и домой. Павел, выложи. Эх ты. Ну и на этом буду, друзья, заканчивать. Темнеет. Холодает. Приедем-ка мы сюда, наверное, с отрица. Много сходов, конечно. Пока приноровился. Если посчитать, сколько сошло, было бы больше. Считаю, вечерка подраздала карасей. Но множеством я не воспользовался. Выложил. Иди сюда.
дождался темноты. Стемнело, а он все клюет и клюет, шевелит поплавок. Но уже не видно ничего. Поймал. Тем не менее. Вот сколько. Много сходов, конечно. Но не без рыбы сегодня.